Покажу несколько эффективных упражнений, которые можно выполнять, не вставая с кровати. Вы проснулись утром, а вот как, лежите, как я сейчас. И первое упражнение – это вытянуться. То есть, когда вы проснулись, открыли глаза, вытягивайтесь, скрещивайте пальцы. Максимально вытягивайтесь, тянитесь вверх и расслабляетесь. И так делайте несколько раз. Потянулись. Расслабились. Дальше переходим к диафрагмальному дыханию, то есть дыханию животом. Таким образом мы будем стимулировать все наши просто органы пищеварения в первую очередь, ну и растягивать диафрагму, что тоже очень хорошо для всех наших внутренних органов. Что мы делаем? Мы набираем носом вот так вот воздух и набираем как будто шарик. И потом через рот отпускаем таким образом. И обратите внимание, у меня одна рука лежит на груди, другая рука лежит на животе. Для того, чтобы контролировать, что я действительно дышу животом. Потому что очень многие люди, особенно женщины, у них преобладает грудной тип дыхания. И такая гимнастика будет очень полезно выполнить ее с утра, для того, чтобы размять все наши внутренние органы. И поехали. Сделайте буквально 10-15 таких вдохов и выдохов, и вы почувствуете просто прилив сил. Следующее упражнение, которое тоже выполняется лежа, это такая разновидность упражнения Кегеля или подъем таза. Мы ставим ноги в такое положение и начинаем таким образом прокачивать. Раз, раз, руки у нас вдоль туловища, раз, раз. Делаем это тоже с дыханием. При этом стараемся максимально, когда мы вот так вот поднимаем таз, мы максимально стараемся напрячь промежность, мышцы промежности. Вот так. И третье упражнение, называется оно Dead Bug или мертвый жук. А что мы делаем? Мы поднимаем ноги на 90 градусов, то есть у нас в этом суставе, в тазобедренном суставе, в коленном суставе 90 градусов. И теперь ногу на вдохе опускаем, на выдохе поднимаем, на вдохе другую ногу опускаем, не касаясь пола, на выдохе поднимаем. Тоже делайте сколько вам комфортно, можете делать 15-20 раз. Почувствуйте, как щелкают ваши суставы, как они начинают разминаться с утра. И потом подключаем руки. То есть таким образом, рука, левая рука вниз, правая нога вниз. Вдох сделали, опустили. Теперь левая рука вниз, правая рука вверх. И, наконец, последнее упражнение, но оно уже для таких, для продвинутых, я обычно его делаю по утрам. Максимально вытягиваем руки наверх и вот таким вот движением стараемся руки с ногами свести. Так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Выполняя вот такие незамысловатые упражнения, вы получите просто качественный прилив энергии каждое утро. И напоминаю, что еще больше упражнений вы можете найти у меня в телеграм-канале, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео.